Стремительно летит время. 55 лет прошло с тех пор, как прозвучал последний выстрел Великой Отечественной войны. Но в наших сердцах жива память о тех, кто положил свои жизни на алтарь Великой Победы. Сегодняшний фестиваль народного творчества «Салют Победы» посвящается памяти наших дедов и отцов, совершивших подвиг, равных которому нет в веках. Суров обелисков гранит. Ты славные версты прошла, и битвы, и стройки видала, великой державой была, страной всенародного права. Родные твои сыновья, армейская мощь огневая, надежно хранили моря и земли от края до края. Мир помнит, как русский солдат в гражданскую дрался с врагами. Моряк, защищая Кронштадт, прославил советское знамя. И снова тревога и бой, и натиск невиданной силы, и снова с победной звездой могилы, могилы, могилы. Стонала от боли земля, озера и реки кипели, и рощи, сады и поля горели, горели, горели. Великая Волга-река фашистскую силу встречала, а сила твоя на века сражение победой венчала. Фашисты к Москве подошли, а ты их дала до Берлина, своей утонула в крови врагов ненавистных лавина. И подвиг тобой не забыт советских солдат и матросов, суров обелисков гранит, он память военной угрозы. Но снова тревога и бой, и снова коварные силы выходят навстречу с тобой. Не дрогни, родная Россия! России. Руководитель Светлана Алекперова. Концертмейстер Александр Гаськов. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемое жюри. Дорогие наши победители, участники войны и труженики тыла. Все, кому выпала тяжелая доля пережить и осилить военное лихолетие. Коллектив мужского народного хора войны и вооруженных сил от всей души поздравляет вас с наступающим праздником, Днем Победы, и низко склоняем головы перед вашим героизмом и мужеством. Да, 55 лет для человека – это начало старости. 55 лет победы – это начало ее зрелости. Будем достойны этого юбилея. И сегодня, когда самым юным из солдат 41-го, уже далеко за 70, когда с горечью видишь, с каждым годом все меньше их приходит на традиционную встречу 9 мая,
Хочется еще раз поклониться перед памятью тех, кто отдал свою жизнь в боях за Родину, и тех, кто ушел из жизни в послевоенные годы. Музыка Лученка, слова Ясеня, письмо из 45-го. Солист, лауреат краевого конкурса солистов 98 Владимир Зайцев. Письмо из 45-го, утклений на снимок сверстник дорогой. На нем я вместе с нашими ребятами, ты посмотри, какой я молодой. На спецкор газеты фронтовой нас высмотрел и щелкнуликой адрес взял с собой. А мы опять ушли туда, где выстрелы, и каждый был такой же молодой. Туда, где выстрелы, где взрывы бомб и мин зловещий вой. Пошли вперед, чтоб выдержать, чтоб выстоять, пусть даже самой трудной ценой. Земля становилась в краю пожарища, но мы за жизнь вели жестокий бой. А рядом на землю падали товарищи, и каждый был такой же молодой. Как злая пуля свистнула, как я упал и стал землей седой. Как огнишком стала песней чистою, ты посмотри, какой я молодой. Я говорю с тобой с 45-го, взгляни на снимок, я на нем живой. Не повтори земную войну проклятую, пусть будет мирным небо над тобой. Нам бы жить да жить, жить бы да любить, этот мир тебе. Жить, да жить, жить бы, да
концертную программу творческих коллективов города Тихорецкая продолжает Народный женский академический хор под управлением заслуженного работника культуры Кубани Светланы Горбуновой. Концертмейстер Александр Эмкин. Во все мы все уходим так
но только возвращаемся не все. Ансамбль «Ангажемент». Постановка Людмилы Шкатовой. Thank you.
только так и стоит жить на земле, как жил на ней солдат. Как мало лет он прожил, только 20. Но миг победы больше, чем года. Как трудно умирать, чтобы остаться в наших душах навсегда. Концертную программу продолжают самые юные участники города Тихорецка. Хореографическая студия «Конфетка», руководитель Людмила Шкатова. Надо,
Аленушки, клуб имени Меньшикова. Руководитель студии Татьяна Холодова. Oh,
поклонится великим тем годам, тем славным командирам и бойцам.